Сюзанна Бьянкетти, одна из первых французских киноактрис, звезда немого кино. Родилась 24 февраля 1889 года в Париже. Впервые на киноэкране появилась в 1900 году и сразу же завоевала любовь и популярность у публики. Регулярно стала сниматься с 1917 года. В результате снялась в около 40 фильмах. Среди наиболее известных ролей, сыгранных Бьянкетти, роль Марии Антуанетты в фильме «Наполеон», Екатерины II в фильме «Калиостро», в фильме «Казанова», вместе со знаменитым Иваном Мажухиным и другие. Скончалась 17 октября 1936 года в возрасте 47 лет.